В Сургуте избили одного из лидеров общественного движения «Югра Возрождения». Двое мужчин утром 2 мая напали на Олега Избаша. Один ждал свою жертву на верхних этажах, другой караулил у парадной. Общественника избили до бессознательного состояния. Врачи осмотрели пострадавшего. Полицейские по факту произошедшего проводят проверку. Сам Олег Избаш связывает произошедшее со своей деятельностью. Я их не успел разглядеть. То есть после первого удара сразу потерял сознание и потом очнулся уже, когда они ушли. В этот момент заходила в подъезд еще уборщица, она не запомнила их, просто сказала, что взрослые, 35-40 лет, двое, есть записи с камер видеонаблюдения. Я связываю это только с деятельностью аптечной. То есть борьбой с аптечной наркоманией, потому что врагов у меня нет, долгов у меня нет. Может быть, разозлило их закрытие аптек там, на от 30 до 60 дней, и просто, видимо, я им надоел уже. Проект «Народный патруль» был организован группой сургутян. Олег Избаш стал его руководителем. Несколько лет назад он одним из первых публично заговорил о новом витке аптечной наркомании в нашем городе и вместе с волонтерами с поличным ловил черных фармацевтов на безрецептурной продаже медикаментов зависимым, среди которых были и дети. В прошлом году неизвестные сожгли машину, которая принадлежит одному из активистов «Народного патруля». Тому инциденту предшествовала стычка одного из волонтеров с руководством аптеки.